Всем привет, дорогие друзья! Вы опять на канале Алекс Болдуин. Сегодня мы идем в торговый центр Ярмарка в городе Ухта. Сегодня 13 апреля, пятница. Вот такое вот число. Очень хороший солнечный денечек. И мы идем в торговый развлекательный центр Ярмарка. Идем в чайхану под названием Уфара. Вот такой вот развлекательный комплекс. Сейчас мы зайдем внутрь и пойдем в чайхану Уфара. Попробуем местные вкусняшки. И, может быть, встречные напитки. Сегодня необычный день. Сегодня моей любимой супруге день рождения, и мы решили пообедать в этой чайхане. Не переключайтесь, смотрите нас, и вы увидите, что будет дальше. Дорогие друзья, мы пошли в чайхану Уфара. Дорогие друзья, я вам покажу вот такие вот удобные диваны. Самое главное, приятно и удобно. Обзорные окна делают этому залу хороший свет. Вот и основной зал. Сейчас мы пройдемся и покажем. We'll be right back.
тут же пекут кумбуры лепешки. Сделано красиво, добротно, с душой. Ну что, давайте спустимся вниз и посмотрим меню, что нам предлагают. Ну что, дорогие друзья, давайте посмотрим, что же нам предлагает меню. Вот такое вот вкусное предложение для второй. Васька рыжая, 270 рублей. Вот такое вот меню, друзья мои. Вот на таких вот импровизированных листочках винная карта, джин, аперитивы, ликеры. Сейчас мы что-то выберем из этого ассортимента. Дамы напротив уже изучают винную карту, напитки. Он двухсторонний, игристые вина. Вины по бокалам. А также пиво. Отлично. И домашний чай. И это вольный напиток. Горячих блюд, что нам предлагают горячие блюда. Друзья мои, выбор большой. Какой есть. Ну что, нам осталось выбрать и попробовать эти вкусные блюда. Ну что, дорогие друзья, вот там принесли горячее. Посмотрите, вот такой вот шашлык из семги. Вот так мы выбираем. Шампиньоны нам запеченные принесли. Вкусные. Картофель. Шашлычок.
такой вот у нас стол, друзья мои. И начинаем нашу дегустацию. Посмотрим. Вот такое вот прекрасное грузинское белое вино нам. Закончили мы свой обед, очень нам понравилось в этом прекрасном ресторане под названием Бухара. Заканчиваем мы наш обед и перемещаемся дальше. Пойдем по торговому центру и, скорее всего, мы зайдем в поле. Так что не переключайтесь, смотрите нас и подписывайтесь на канал Алекс Боуди. Всем пока-пока!